наступна тема, на яку поговоримо із нашими ранковими гостями, це як правильно зібрати ланчбокс для свого школярика. Отже, далі в нас в студії ранкові гості. Зазвичай школярі неохоче беруть із собою домашні сніданки. Та вихід знайдено. Щоб зацікавити дитину брати з дому їжу, ми рекомендуємо батькам скласти ланчбокс. Це просте, проте гарне вирішення проблеми зберігання їжі і справді хороша альтернатива непривабливим пакетам. Ланчбокс – це акуратний контейнер, який розділений на відділення. Продукти в ньому не будуть перемішуватись і перетворюватись на кашу. В такий контейнер можна покласти невелику порцію мобільного сніданку, щоб дитина могла обійтись без ножа та виделки. Залишається вигадати, що ж покласти в цей контейнер. Ви можете приготувати бутерброд. Це найпростіше рішення. Він не займає багато місця і завжди входить в число улюблених перекусів у дітей. Його можна зробити по-справжньому корисним, якщо використовувати цільнозерновий хліб, сир, листя салату, шматочки овочів і відвареної курки або яловичини. Ось так звичайний бутерброд стає корисною стравою. У інші відділення ланчбоксу краще покласти овочі або фрукти. Як відомо, це головне джерело вітамінів, і саме рослинної їжі не вистачає в шкільному харчуванні, гарнізованої в їдальні. На десерт можна власноруч приготувати маленькі повітряні кекси з борошна та висівок з шматочками свіжих фруктів в якості начинки. Також до ланчбоксу можна купити невеликий і барвистий термос, якщо ваша дитина любить пити чай або тепле какао. Для батьків головне бути впевненими у тому, що їх дитина в школі буде сита і сповнена сил. Корисна домашня їжа завжди буде гідно оцінена вашою малечею. Повертаємося до студії. Вже радий представити наших ранкових гостей, які завітали до нас. Це мама, успішна мама школярки Олена Шагай та її донечка Дар'я, яка ще в школу не ходить, але вже активно готується до цього. Так, правда. Доброе утро вам, спасибо, что вы с нами. Итак, сегодня у нас тема весьма проблемная для многих родителей, потому что когда школьник появляется в семье, сразу же возникает вопрос, что ему дать с собой, чтобы он перекусил. Потому что все мамы, все папы, бабушки, дедушки переживают за то, чтобы ребенок был сыт. Используют на сегодняшний день ланчбоксы, увидели мы уже их и в сюжете, то есть вариаций очень много. Когда-то все начиналось с каких-то обычных коробок, сейчас это все профессионально. Даша уже нас корректирует, что нам куда делать. Да. Вот есть различные ланчбоксы, но в первую очередь к вам вопрос. Что стоит все-таки дать ребенку? Начнем с того, что доброе утро, бодрое утро. В общем, я хочу сказать, спасибо за то, что мне доверили рассказать большой секрет. Я думаю, что этим пользуются 99% мам, которые собирают детей в школу. Так как наш ребенок минимум 5 часов в школе, то есть понятно, для того, чтобы он не прислушивался, что там творится в желудке, мы должны заранее подумать о том, чем бы его накормить. Но лично мой опыт говорит о том, что я так просчитала все, продумала и решила, что ребенку нужно дать покушать что-то полезное, обязательно вкусное, потому что это ребенок, обязательно это должно быть свежим, здоровым. Ну и, конечно, удобным, потому что, ну, понятно, дети не будут думать заранее, как, что приготовить, помыть где руки, где присесть. Дети это, ну, все экспресс, вы помните. Гречку, грубо говоря, не дашь им, потому что закипятить надо, что-то сварить. Это целое еще будет процесс. Надо, чтобы все было горячее, да. Вкусное и свежее. И потому вот я считаю, что все-таки один плотный перекус должен быть. Угу. То ли это будет бутерброд, которые мы еще брали в школу. В наше время, конечно, было модно это там хлеб, масло и колбаса. Да? Сейчас мы уже намного больше знаем, понимаем, мы от колбасы как-то так плавно отходим. Но очень хорошо подготовить маме заранее, даже вечером, там, отварить кусочек мяса, то есть белок ребенку обязательно нужен. Положить все аккуратно на хлебушек, все это можно красиво оформить. Мы с Дашей очень часто готовим вместе. То есть Даша мне может даже подсказать, показать, какой удобно взять хлебушек, чтобы
Допустим, если у нас квадратный сыр, мы возьмем квадратный кусочек хлебушка, мы положим сюда мясо, всю капусту или зеленью упакуем. То есть ребенок просто-напросто, ну, единственное, что напомню, влажные салфетки там, руки повытирал, он открывает нашу коробочку. Да, я думаю, что мы и начнем, наверное, формировать, да, Даша, будешь нам помогать? Да, договорились. Давайте отлично. Я друга отставлю. Да, так, чтобы... друг нам помогает. Кстати, я сразу сделаю акцент, что ланчбоксов бывают разные вариации. Вот у нас есть вот такой побольше. Есть с секциями, которые опять-таки плотно закрываются. Он прорезиненный на закрывашках. Вот мы это видим. Очень плотно все закрывается, так, чтобы ничего не вытекало, не вылезало из него. Ну и, конечно же, когда это все по секциям, есть возможность соединить ту же кашу и, например, с овощами. Оно все не мешается в кучу. Потом уже ребенок это все кушает, взял вилку в руки. Так, ну а мы сегодня будем наполнять такой побольше ланчбокс. Он у нас многоярусный. На низ что мы будем? Бутерброд, я так понимаю? То есть, я хочу понять, это мы готовим так, что ребенок даже пообедал. Да. Потому что перекус перекусом, а обед мы можем... Я думаю, да, по расписанию. Да. Уроки уроками, а обед по расписанию. То есть, сюда мы просто можем положить гречку. Ну, мы очень любим гречку, она очень полезная, да? И мы даже нравится, знаем... честно нравится? Виктор, вот. Вы вот не знаете секрет красоты Клеопатры? А мы знаем. Даже так? Даша, а скажешь, в чем секрет красоты Клеопатры? В ресницах. В ресницах. Она ела много гречки. Угу. Так что детям гречка очень полезна. Вот так, я понял. Ты ешь гречку, поэтому у тебя такие красивые ресницы. Все, я понял, все решили. А я думаю, кстати, мы еще об этом еще поговорим, потому что Даша сразу начала, увидев чипсы на столе, кричать, что и зачем, уберите, не надо. Но вначале наполняем, конечно же, гречкой. Вот если используем такой вот ланчбокс, то есть кашу, которая, там, которая нравится вашему ребенку. Это могут быть разные вариации. Я думаю, что тот же плов тоже. Да, да, плов с мясом сразу, да. Плюс такие, если используем ланчбоксы, тоже обращайте внимание на то, чтобы они были термо, то есть сохраняли либо холодным продукт, либо горячим, если вы его горячим загрузили в этот бокс, чтобы ребенок не искал, где это все разогреть, потому что холодную пищу как-то кушать не особо комфортно. Да, так, есть. Представляем, что здесь мы заполнили, дальше идем. Что у нас будет? Накрыли, да, сохраняем тепло, все аккуратно, нигде ничего не протекает. Здесь мы можем положить кусочки нарезанных овощей, тут же огурец. И, ну, опять же, надо учитывать, что если в таких боксах мы это можем положить, то в тот же бутерброд и сэндвич мы не можем положить помидор, потому что, понятно, оно потом ребенок берет, оно вытекает, кашется, это не очень удобно. Нужно учитывать еще и размер рта, потому что большой, огромный сэндвич никак не съешь. Я скажу, и аппетит ребенка тоже потому что когда бабушка собирает и мама собирает, это разные вещи. Да. Потому что если собирает бабушка, то в рюкзак ничего кроме этого ланчбокса не поместится. Такое впечатление, что ребенок уходит кушать целый день. Так, есть. Это, понял, бутерброд есть. Кстати, Даша, ты поможешь нам бутерброд сделать? Что для него нужно? Так, давайте вы готовите бутерброд. Давайте. Так, вот, Даша, что мы берем? Хлеб. Хлеб. Так, что мы на него будем еще там ложить? Что мы берем? Давай, кусочек сыра. Давай, чтобы тебе было удобно. Так, сыр. Так, отварное мясо. Да, ложи. Не, мы не будем отрезать. Мы будем считать, что оно так... Просто дома мы все аккуратнее. Вкусно же будет побольше. Так, ложи пока мясо, отварное мясо, курочка у нас, да? Потому что белок очень нужен. Ты бери. Есть. Берет курочку. Так, есть. И у нас еще есть зелень. Да, зелень обязательно должна присутствовать. Ты мне скажи, пожалуйста, сестренки, вы вместе с мамой, да, готовите вот перекусы в школу? Естественно, да? Это ж мои помощницы. Вот то есть так. Вот так очень даже удобно, когда абсолютно есть все, аккуратно. Но оно и небольшое, опять-таки. Да, ну я хочу сказать, даже красиво, аппетитно. Вы как, Виктор, считаете? Так что позавидуют еще одноклассники. Так, есть, можем положить ее в наш ланчбокс? Да, конечно. Да, фиксируем здесь его. Что? На низ? Нет, там на мы низ? Представили, на что там уже у нас гречка. Каша. Так, есть. С этим решили. Что можно взять еще для перекуса? Смотрите, если это мы смотрели, когда у нас обед или плотный перекус. Да. Ну, естественно, что у нас уроков много, переменки часто, и ребенку можно предлагать легкий вариант перекуса. Это обычно фрукты. Конечно же, самый любимый перекус даже с нашего детства, это что всегда в портфеле было?
Какое-то яблоко, да? Яблоко, да. Это сейчас мы все большое знаем, что банан... Но... Ну, большое мы специально купили для того, чтобы накормить всю студию одним яблоком. Да. Вот, это... Тут весь еще и класс может съесть, так что если даете ребенку, можно сразу порезать, подумать так, чтобы... Я помню, еще было это фирменное от мамы, когда не дорезая до конца, чтобы можно было потом это все отломать и покушать кусочками, ломтиками. Этими. Ну, а в школе уже набирались опыта, брали линейки супермодные. Или линейки... хотелось же портить линейку. Потом ее мыть надо идти. Так, есть. Это есть яблоко. Что еще можем? Банан. Угу. Банан очень питательный, сладенький. То есть это и для ума, и для радости. Вот, естественно, цитрусовый. Витамин С всегда нужен в любое время года. Ну, грушки себя... То, что растет, скажем так, у нас, то можно. Да, яблоки, груши – это то, что есть. Опять-таки, его с осени можно заготовить, для того, чтобы ребенку было на всю зиму, скажем так, полезные вещества. Теперь переходим, наверное, к тому, что еще очень важно и находится в этой бутылочке. Да, очень важно. Я считаю, что это должна помнить все время каждая мама, что вода, несмотря на то, что там ребенок кушает в столовой, не кушает, вспомнит, не вспомнит, вода всегда должна быть, потому что мы все знаем, насколько вода полезна. Мы еще знаем, что ребенок намного чаще пьет, мало, но часто. И ну, с вечера даже, если вы приготовите в бутылочку индивидуальную, в каждом портфеле сейчас есть карманчик, когда вы это можете поставить и быть спокойным, что в любой момент под рукой у ребенка есть водичка. Наполнять лучше что? Вода, чай, сок? Вода. Вот вода. Именно вода. Поэтому не экспериментируем со всем остальным. Нет, да? Ну я не против свежевыжатых соков. Абсолютно нет. Особенно те фрукты, которые вы знаете уверены. Ну поверьте мне, что если вы его вечером приготовите, пользы утром не будет. Если оно еще поболтается полдня у ребенка в портфеле, то к вечеру при я уже... При разных погодных ситуациях. Да, то я уже сомневаюсь, что в принципе польза какая-то может быть. Поэтому водичка и не выдумывайте ничего, грубо говоря. Что не стоит положить в ланчбокс. Давайте я еще закончу, да. Что обязательно Давайте, стоит. Да. То есть мы специально взяли, чтобы показать, мы очень любим, ну, как бы орехи, очень мы их уважаем, потому что вообще нам нравится теория божественной аптеки, как называют некоторые, что Карин, каждый... Карин, а вы нам расскажите тоже. А вы не знаете? Нет. Ой, это очень интересно. Ну, в принципе, нам просто нравится эта теория. Каждый фрукт, каждый овощ дает какую-то пользу определенному органу человека. Угу. Не знали? Ну, посмотрите, на что вам похож... Вот наш мозг, да. Вот наш мозг, точно. Ну, вот смотрите, на что это может быть похож? Ну, это, да, конечно... На какие-то почки, не знаю, там. А, ты хотела это показать? Давай, Дашунь, давай, сделаем сейчас. У нас здесь есть и мозг, и все, давай, Даша, от тебя. Ну, дело в том, что у нас экспресс. Ребенок очень любит... Так, в двух словах. Очень любит изучать анатомию. И так к нам... Два в одном, друзья, вы понимаете. Эта теория еще и порождает потом любовь к анатомии. То есть, Дарья хотела просто показать, что вот такие есть книжки, очень интересные. Вот мальчик, да? Дальше. Мы знаем, что под кожей у мальчика находятся... Мышцы. Если мышц не видно, то там уже идет... Кости, скелет. Кости, скелет. Некоторые кости скелета защищают очень жизненно важные органы, да? Это что тут у нас? Сердце. Сердце, сердце и легкие, в общем, мозги и все такое. И мозг. Это самое главное. Да, вот для того, чтобы питать мозг, вот орехи, это то, что всегда влезет в любой карманчик, в любую сумочку, это питательно, это очень полезно. И, ну, нам же надо, чтобы наши мозги у наших детей хорошо работали. Да. Поэтому в данном случае вот подобные, скажем так, да, орехи различные, то ли грецкие, то ли какой-то другой. Самое главное, что вот орехи, я думаю, что да, они полезны. Правильно. Так, есть. Это мы учли, скажем так, то, что нужно взять обязательно с собой, а что не стоит давать и что, соответственно, не доживет до того времени, когда ребенок будет уже принимать эту пищу. Ну, правильно вы поставили в отдел категорически против, то есть эти все чипсы, сухарики, все это, я считаю, не то, что не полезно, это очень опасной едой для детей. Ну, взрослые уже там сами определяют, ребенок еще не знает, что такое хорошо, что такое плохо, плохо, да, ему только нужно познавать. И потому реклама, познавать. Очень много всего соблазняющего, и ребенок думает, что это правда хорошо. Это очень плохо, мы заявляем очень ответственно, да? Да, Шунь, почему нельзя вот это? Что это? Чипсы. А что их нельзя? Почему нельзя их? Потому что... Они очень вредные. Они очень вредные для здоровья. Вот так, вы понимаете, нужно с детства приучать правильным истинам. Еще Даша нам тут поделилась, что я там же ГМО.
там все остальное, то, что нам не нужно. Но это все не вошло, как говорится, в эфир. Да, действительно не стоит. И вот, казалось бы, да, йогурт, который на самом деле... Что там у нас? Курить тоже нельзя. Я понял. Кстати, хорошие книги. Для ребенка классная штука. Йогурт. Почему не стоит? Ну, понимаете, йогурт, я бы сказала, не то, что не стоит. Это очень тоже хороший и полезный перекус. Но, опять же, учитывая температуру, где это будет храниться. И опять, в данном случае, такой йогурт вам надо кушать с ложечки. Ложечку надо брать. Ее надо как-то оставлять чистой. Много операций, да? Да, то есть это можно утром позавтрака выпить. Йогурт тоже полезно. Но это не сильно удобно будет просто ребенку. Ну и, конечно же, то, что приготовлено руками мамы, то самое вкусное. Да. Так что, друзья, помните о том, что нравится вашему ребенку, что хотелось бы покушать вашему ребенку. Ну и, конечно, акцентируйте внимание на том, что это должно быть полезно и очень сытно. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Дашунь, спасибо тебе большое. Мы сейчас еще посмотрим эту книжку. Давай 5. Ты прям умница.